И снова Рязань взбудоражила новость о пожаре. На этот раз горел купол Рязанского цирка. В учреждении уже несколько месяцев проходит капитальный ремонт. Примечательно, что закончиться он должен был буквально через неделю. Возгорание произошло 25 ноября после обеда, загорелся кровельный материал. Сосредоточены силы и средства по повышенному рангу третьему, 16 единиц техники и 45 человек личного состава. Пострадавших предварительно нет. Причины возгорания устанавливаются. Чтобы добраться до очага возгорания, пожарным пришлось вскрывать крышу здания, для чего использовались болгарки и другие инструменты. Ориентироваться в условиях сильного задымления огнеборцам помогал квадрокоптер. В 16.53 в МЧС объявили о локализации возгорания, а в 18.35 уже о его ликвидации. Поврежденная огнем площадь составляет 300 квадратных метров. Официальная причина пожара будет опубликована позже, но по предварительным данным произошло возгорание утеплителя металлической кровли. Директор цирка утверждает, что утеплитель был сертифицирован. В свою очередь злые языки говорят о поджоге, но эта информация пока что не подтверждается. Велись работы по примыканию мягкой кровли к металлической. Естественно, там используется горелка. Видно, где-то неаккуратно кто-то из рабочих зацепил утеплитель, потихонечку начало тлеть. Температуру набирает, но при температуре у нас возгорается практически все. Пострадавших нет. Животных сотрудников цирка во время пожара в здании не было. Сергей Казаков пообещал, что после ремонта он обязательно откроется, а поврежденную часть купола могут отремонтировать за счет генподрядчика. Откроемся. Ну, естественно, не в декабре, дело даже не в пожаре, были проблемы с определенным финансированием. Вот, откроемся. Сам цирк от этого, что сейчас произошло, не пострадал, пострадать не мог, потому что купол, он бетонный. Это вот сверху только от кровля. Ну, кровлю постелят новую. Иван Крестьянинов, Артем Бухвалов, телекомпания «Город».